Футбол – один из самых популярных видов спорта по всему миру. Дети осваивают эту игру с мячом с ранних лет, позже приходят на занятия в секции и становятся искусными футболистами. Чтобы посмотреть, чему научились наши юные спортсмены, мы отправились на первенство Московской области по футболу. Спортсменам лидера предстояло сразиться с детско-юношеской спортивной школой АК из города Ступино и футбольным клубом «Озёры». Первыми играли ребята 2008 года рождения. Это самые младшие футболисты спортивной школы, поэтому матч для них стал непростым испытанием. Ступинская команда и опытнее, и успешнее. Как вы думаете, сложный ли выдался соперник в этот раз? Ну, они идут лидеры. У них без поражений команда очень сильная. Не первым, они уже играют несколько, как могу сказать, 2 года. А мы только в этом сезоне начали. Мы идем на 4-м месте. Отрыв небольшой. Будем бороться. Все впереди еще. В турнирной таблице АК 2008 года рождения лидировала. Но раньше времени руки наши футболисты не опустили. Игра во время первого тайма проходила больше на половине соперника. Однако счет открылся не в нашу пользу. Спортсмены стремились сравнять счет. За весь тайм у нас было 4 нереализованных момента. Но гол все-таки оказался в воротах противника. После небольшого перерыва снова началась игра. Счет 1-1 не устраивал ни одну из команд. Все 25 минут второго тайма игроки активно боролись за мяч. Но вот разочарование. В наши ворота еще один гол. Даже такие хорошие вратари, как наш, ошибаются. Мне понравилось очень, как играл вратарь. Спасал команду в нужных моментах. Каково это быть капитаном? Какова твоя роль? Надо за всем следить, управлять командой. Кто-то не слушается. Очень тяжело. Капитану тоже было непросто. Ведь когда соперник заведомо сильнее, настрой у команды может упасть еще до игры. А после второго гола в ворота собраться еще сложнее. Незаметно игра подошла к концу. А счет не изменился. Лидер уступил АКЕ со счетом 1-2. Наши спортсмены показали красивую игру и мужественно приняли поражение. В следующий раз их точно ждет победа. Какова роль защитника в команде? Защищать, когда при выбивании с ворот, когда идет атака. Защищать надо. Вот. Отбирать мяч. С этой командой было сложно играть? Ну, она, в принципе, на первом месте. Да, сложновато было играть. Отыграться за товарищей предстояло 11-летним лидерам. Они тоже играли против Ступина, поэтому стимул одержать победу был очень велик. Напряженная игра проходила на обеих сторонах поля, но хозяева ее закончили со счетом 3-2. 5 тренировок в неделю и мудрый тренер рано или поздно приводят команду к успеху. Ведь тот, кто хочет побеждать, обязательно своего добьется. И наши спортсмены не исключение.